В Славянском районе начался отопительный сезон. Топливно-энергетическое и жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета было подготовлено к зиме полностью и заранее. Все работы проведены в штатном режиме. Тепло подано в первую очередь в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и больницы. На сегодняшний день включены все 64 муниципальных котельных, которые работают в соответствии с температурным графиком. Тепло подается во все 375 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории района и отапливающихся от централизованных котельных. Обращаем внимание, чтобы тепло пришло ко всем славянцам, проживающим в многоквартирных домах. Каждому жильцу необходимо в своей квартире стравить воздух из радиаторов отопления. Также требуется, чтобы были открыты все задвижки на ввод-вывод системы теплоснабжения в подвале дома.